Этот блошиный рынок просто супер, все так дешево. Да, я себе карикатуру заказал. Уже дорисовывают. О, круто. О, смотри, давай зайдем. Гадание друидов? Да. Ой, да ладно, это чушь собачья. Ну пожалуйста. Это же обман. Да ладно, всего 5 минут, как раз твою карикатуру дорисуют. Ну ладно. Да, пойдем. Я чувствую благородство, выносливость, силу. Это точно прям про меня. Ваше животное покровитель. Лошадь. Спасибо большое. Супер, пошли. Вы не хотите узнать свое животное покровителя? Нет, спасибо, без обид. Да ладно, чего ты, я уже заплатил. Ну ладно, давайте. Я чувствую поспешность, быстроту мысли, находчивость. Ваше животное покровитель. Это хорек. Хорек? Недоверчив, скрытен. Хорек. Благородное создание, хорек. Абсолютно не может такого быть, что я хорек. Не может быть. Так ты же говорил, что тебе вообще все равно. Ну да, все равно, но все-таки. Должно же быть что-то еще. А может, горностай? Нет. Ласка? Никаких ласок. Я ощущаю сильную энергию ласки. Никакая не ласка, понятно? То есть вообще никто из семейства куньих? Нет. Скунс? Разумеется, нет. У меня есть версия. А как насчет льва? Лев? Да. Ну я к тому, что ты гордый, ну ты понял, немного ленивый. И всю работу делает твоя девушка. Это не так. О, у него и шея волосатая. Это не так. А может быть, орел? Да, потому что ты лысеешь. Нет. И ты считаешь себя лучше других? Нет, не считаю. Потому что я величественный. Ну типа, сильный. Резко атакую. Как бегемот. Нет, не как бегемот. Точно не бегемот. Ты все какие-то нелепые животные. Я хочу что-нибудь нормальное. Животное само выбирает тебя, а не ты его. А у вас-то какое? Благородный олень. И совершенно случайно для себя самого он выбрал крутое животное. С тем же успехом это могла оказаться и полевая мышь. Но это олень. Благородный. Олень. О, благородный олень, да. Я чувствую, вы хотите, чтобы я назвал что-то другое? Да, я бы хотел какое-нибудь клевое животное, которое люди уважают. А может, таракан? Таракан? Выслушай меня. Таракан? Это невероятно живучее животное, способное выдержать ядерный взрыв, понимаешь? Прямо как ты. Работа у тебя никчемная. Родные с тобой не общаются, все отношения разваливаются, но вот он ты. Держишься? Таракан, значит. А ест он вообще все подряд? Ну, спасибо. Звучит так, будто таракан подходит. Пожалуй, я останусь хорьком. Да, первое гадание довольно часто самое точное. У меня так и было. Да что ты. Да. Теперь ступай, грациозный конь. Скачи навстречу закату, мой благородный скакун. А ты шныряй безопасность своей норы под кустом, мой когтистый куний друг. А мы можем... Денег не верну. Было очень интересно. Только зря время потратили. Держите. О, спасибо. О, твоя карикатура. Да. Какого черта? Оу. Уши вроде великоваты, да? Да. Doomed up. А может он самец плодовой мушки? У них в мозгу есть какая-то молекула, которая заставляет их налегать на алкоголь, если их сексуальные притязания были отвергнуты самками? Да это же прям про тебя. Это же было с тобой буквально вчера. У тебя ж с ней ничего не было. Видите, ему нечего возразить, он сами... Это что, тут разбор моей личной жизни? Мы тут меня разбираем? Вы тут разбор меня устроили, ты и твой друг с чудиной. С чудиной.